сентябре 2017 года АЗС ТТК объявляла акцию. Нужно было заправиться, получить талон и дождаться розыгрыша. Главный приз – 200 литров бензина. Имя победителя стало известно 29 декабря 2017 года в эфире радиостанции «Голос Азии». Его определили с помощью генератора случайных чисел. И вот наш победитель – Олег Карасал. Мы вас поздравляем и вручаем вам главный приз – 200 литров бензина. Я счастлив, что выиграл 200 литров бензина. Ну, часто заправляться этой заправкой. Вам тоже повезет когда-либо. Однако помимо 200 литров бензина в акции разыгрывались и два ценных приза. Обладателем моторного масла стал купон под номером 497, а третий победитель получает незамерзайку. Его номер купона 6186. К сожалению, они не пришли на сегодняшнее вручение призов, поэтому обладатели купонов 497 и 6186, приезжайте в АЗС ТТК по улице Калинина в любое удобное для вас время и получайте свои подарки. АЗС ТТК – это топливо высокого качества.